Напоминая о двух страшных дорожных авариях, произошедших на Среднем Урале в минувшее воскресенье и унесших 8 человеческих жизней, в ГИБДД Свердловской области обращают внимание на то, что чаще всего такие трагедии возникают во время неоправданных выездов водителей на полосу встречного движения. Только за два первых месяца в регионе в результате лобовых столкновений погибли 38 человек и 123 получили ранения. В сравнении с прошлым годом имеется рост. В 2020 году за весь год встречка унесла жизни 111 человек и покалечила порядка 600. В связи с этим всем территориальным отделениям ГИБДД дано задание усилить контроль за подобными нарушениями. Происходит это обычно тремя способами. С помощью камер автоматической фиксации, инспекторами, стоящими вдоль дорог, и с помощью видеорегистраторов, установленных в салоне движущихся машин. Иногда эти инструменты используются вместе. За обгон с выездом на полосу встречного движения на участках дорог, где это запрещено, предусмотрены разные виды наказания. Если нарушение фиксируется автоматической камерой, то владелец машины наказывается штрафом в размере 5000 рублей. Если обгон происходит на глазах инспекторов и виновник остановлен и установлен, то может быть применен как штраф, так и лишение водительских прав. Ваш автомобиль, фура с полуприцепом, знак «Обгон запрещен», зона действия знака «Обгон запрещен». Это километровый столбик. Это отменяющий вот внизу стоит. Да, я уже понял, что... То есть обогнали грузовой автомобиль с фурой. В случае, если нарушитель привлекается впервые и в анамнезе у него нет других грубых нарушений и неоплаченных штрафов, дело также может закончиться 5000 рублей, а может и изъятием прав на срок от 4 месяцев до полугода. На паровоз у меня права заберут. Машинистом работаю. Там, в Тюмени? Да, на железной дороге. Хуже, если обгоняльщик в течение последнего года уже привлекался за подобное нарушение. Рецидив наказывается одним годом лишения прав. Так, 101 километр, 15:35 управляли автомобилем с целью угона транспортного средства, выехал в сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения в зоне действия дорожного знака 3.20. Обгон запрещен с последующим возвращением на ранее занимаемую полосу движения проезжей части. Административный разбор будет 17 марта 2021 года в 15 часов по адресу Кирилловского Логинова. Только за январь и февраль свердловские инспектора выписали 2500 протоколов за выезд на полосу встречного движения в нарушение требования установленных знаков и разметки.